Настоящий мужчина. Или это девочка? Девочка. А, это девочка. Ну, молодец, девочка, да. Смелая. Смелая. Покажи, скажи привет. Привет, скажи. Зрители мои, привет вам всем. Вас много-много там будет. Чайку. А вы сколько хотели искупаться? Это надо было на видео снимать. Ребенок убирает воду, а за ним на бис. На камеру, что ли? Конечно. А сделай хотя бы такую фотку. Зоя, ну иди сюда. Любой кадр. Зоя. А? Любой кадр. Кадр, давай, кадр. За деньги, да? Конечно. Да, 500 миллионов, да. 100 гривен. Правильно. Платит фотограф, так, такие кадры. А вот, все, да? Да, конечно. Руслан, готов? Снимать постоянно. Руслан, держи. Я вас сейчас. Нон-стоп. Зоя, они мне тут не скусали. Так. О, я вижу, работаешь над собой. Я тоже. Убирается, но есть. Как поедем кататься? А, к Новому году. Так, ну ладно, переодеваться и в 16 раз надо искупаться. Хорошо. Вот, давай, давай, конечно. Вот вариант. Лёва не выпускай. Классно. Что вариант? Покупаться. Я сегодня сегодня купаюсь. И вчера вечером купался. О, отлично. Все уйдет там потихонечку. Ну, хоть это... Такая красавица, супер. Ну, не знаю. Посмотрим, где
Значит, вот этих двоих речи. Баян, махать не надо, отберем баян. Этих двоих водите на шоу. Все на море! На море! Махать пассива! Воду нафиг! Друзья мои! Я говорю, что нужно петь. Они свое там что-то поют вдвоем там. Друзья мои! Где Нептун или ты? Нептун, Надя, Трезубец, иди сюда рули. Не вы пристраиваетесь. Давай пить вместе все. А я на морского флота командует. Надо настоящих моряков снять. Как это так? То где-то в стороне стоите. Там пираты. Пираты уже снят. Кстати, спасибо за сцену, за звук. Вообще прекрасно, да. Нормальный звук? Ну да, я удивился, что звук сзади, это самое. И вы настроили звук нормально вперед. Это очень редко бывает. А надо ставить было там. Ну, как бы, надо было ставить пульт внутри, на сцене, среди зрителей. А вы умудрились там настроить? Это мы такое... пока не готовы финансово. Мультикора нет. Ну. Мы сделаем отдельно выносную кабинку. А. И нет звукорежиссера. Ну, понятно. Пока так этого, позовите этого. Вадим. Че, не хочет ехать? Не, он не смог. Не смог, да? А. Он вроде нормально так настраивает. Да, так вот сколько лет он крутил. Оперативник очень хорошо. Ну, хоть сегодня это самое. И Ваня Поговский здесь. Постучит сейчас. Барабан во всяком случае есть. Кстати, он что-то не еще пока не стучал ни разу. Приготовили! И все в настроение! Торжественную массу! Шеренгу по трое! Оркестр площади Славянки! Славянки! По трое! Там звали тоже дыхать. Конечно! Пойдем на море! Прямо все туда! Да не бой! Ой, какой красивый! На того летели, не рутили! Рязи! Пошли! А куда? Вот убил он все. Нет, налево сказано. Колонна по двое. Гриша, куда? Строимся. Ура! Строимся! Тихо, молодец. Тихо, молодец. Давай, можно не меняйся. Давай, 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 давай. Все, пошли. Море! Полиция оттуда, никто не ходит. Давайте, полиция. Шагов, марш! По линейной дистанции. Море! Шагов! Пошел все! А теперь Что ж такое-то? Где? Берем! А, Вадим! Не болеет!
Давайте. Найди воду по колено. Младший матрос. А я уже был, вот я так сказал. Товарищ младший матрос. Я уже все снял. Я не слышал. Я еще раз зайду, братец. Коля, у тебя мой подобрать. Зайди в воду и оттуда сними. Товарищ ефрейтор! Ефрейтор! Морская пехота! Гриш, отойди! Гриш! Морская пехота! Гриш, отойди! Так, да. Рома! Слушайте, там они молодцы, эти ребята у нас. Вот Коля. Ура! Оттуда баня хорошо видит. Смотри. Ром, действует вообще. Мама не горюй. Рома! Ну я с ней у кого не ошибал. Построй народ и загони в воду. Живодейте! Рома, как он, у нас капитан есть. Акима во море! Ты не знаешь, как я прекрасно работаю. Антон! Антон, ну живее немножко! Во! Давай! Давай! Воду ее! Воду! Хорошо, отлично! Ё-моё! Ефрейтор главный. А вы первые. Ребята, это морская пехота. Рекомендую не сопротивляться. Построились колонна подвое. Быстро, быстро. Колонна подвое и вперед. После того, когда ты из моря. Сережа, ну хоть бы раз вышел из моря. Давайте с командой. Колонну подвое там становись. Как никто не послушает. Давайте, давайте вместе, давайте хором. Как там? Давай. Как, значит, что скажем? Как мы обратимся? Просто в колонну подвое становись. Ну, как называется это самое? Отдыхающий или как? А, нет. А подчиненная Нептуна. А, давайте подчиненная Нептуна. Сейчас, подождите, мы сейчас крикнем, да, потом. Значит, вместе, да, подчиненная Нептуна. В колонну подвое становись. Так, раз, так, два, три. Подчиненная Нептуна! В колонну подвое становись! Слышали все команду? Это морской... Можно сказать, что офицер, да, почти. Я старшина сухопутный. А я уже высохла. Да мы высохли. Я специально стою и не иду в воду. Я вас запомню в лицо. Мы высохли. Нептун, вы должны стать во главе колонны. Не просите ни о чем. Вы высохли. Мы высохли. На море. Ребята, помогите! Ребята, помогите! Ну что, пошли не туда макать, кто пойдет?
колонну. Первая часть парнизонского балета. Балета! Нептун разоблачается. Сейчас я его еще такого кабана носить буду. Че, уже заставляет усы снимать? Тихо, здесь. Не толкаться. Куда? Я не вижу. Он все правильно. Он реквизит не видит. Спасет. Нептун разоблачается. Где Коля? Перебрасываем. Молодцы, это было весело. Вылавливаем Нептуна, перебрасываем. Давайте, ловите его. О, как раз и глубину ушел. Тащите глубина, тащите. Кидаем меня. Если он правильно говорит, давай. Один за ноги. Так. Раз. Два. Давай на четыре. Три. Да. Баймат, я туда пятый раз. Серега. Где там Мартин? Который все так. Баймат, я туда пятый раз. Он как раз умеет. Давай место чисто найдем. Поймат! Поймали, еще надо. Ноги, руки, держи! Еще 10 раз. Стреляет! А потом меня тоже.
Все, поймали ноги, руки, весу нам! Поймал! Тебе можно. Стреляй! Все, готовимся. Поймал, ноги, руки, держим! Третий раз бросаем! Бросаем еще три. Давай не на три. На три не бросаем. Давай на четыре. Давайте, давай, на четыре. Два! Камера не брызгает. Камера не брызгает. Сидим все уже. Ладно, нормально. Победа. Призал. Не все услышали по 4. Повторяем. Никто еще раз хочет. А то некоторые после на три, некоторые на четыре. Да! Не втянул на три. На четвертый раз. Да. На четыре. Давайте правильно. Я буду считать. Четвертый раз спускаем. Держи ноги. Ноги держи. Ноги, руки. Держи ноги. Послушайте. Раз. Два! Нет, два! Три! Три! А теперь кто-то! Три! 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 Три